Привет, это канал IT User Help, и сегодня в этом коротком видео я хочу рассказать о том, как решить проблему, если у вас в браузере возникла ошибка, ваша сессия устарела, пожалуйста, закройте это окно и попробуйте перейти на сайт заново. Либо, если вы пользуетесь английской версией сайта, то у вас будет ошибка Your session has expired, please refresh and try again. Для решения этой проблемы перейдем в браузер. И первое, что нужно сделать, это посмотреть, соответствует ли ваше время системы. Для этого свернем браузер и сверим, соответствует ли время в вашей операционной системе, на вашем компьютере, с реальным. Время и дата. Если время не соответствует, то его нужно выставить правильным. Для этого в этом месте правой кнопкой мыши нажимаем настройка даты и времени. Если у вас стоит ручное время, то нажимаем «Изменить» и вручную вводим корректное время и корректную дату. Нажимаем «Изменить». Далее проверяем, чтобы часовой пояс соответствовал. И после этого перезагружаем браузер и смотрим, не решилась ли наша проблема. Также можно попробовать установить время в автоматической. Устанавливать время автоматически, поставить флажок во включенное состояние, также проверить часовой пояс, еще раз перезагрузить браузер и проверить на ошибку. Следующее, что можно сделать, это почистить куки, то есть удалить файлы куки. Для этого мы перейдем в настройки. Я буду показывать, например, Google Chrome, но аналогичные действия можно также сделать и в Microsoft Edge, и в Firefox. Для этого перейдем в настройки. Даже можно сделать это через историю. Зайдем в история, нажимаем история. Нам нужно выбрать пункт очистить историю. Очистить историю браузера. И здесь мы видим пункты, которые стоят подсвечены, они будут удалены. История браузера, история скачивания. В принципе, историю браузера, историю скачивания можно оставить, а вот файлы куки и другие файлы нужно оставить. Но для верности лучше удалить и историю браузера, и историю скачивания. Самое главное, файлы куки и другие данные сайтов. И далее изображение, другие файлы. Сразу хочу предупредить, что в принципе файлы куки удалять можно и даже полезно иногда. Но при этом вы столкнетесь с некоторыми неудобствами первое время после удаления, а именно вам придется на всех сайтах, на которых вы регистрировались при работе на этом браузере, зарегистрироваться вновь, то есть не зарегистрироваться, а залогиниться, то есть войти на сайт, на все сайты заново. То есть если вы с этого браузера выходили в какие-то свои сервисы и социальные сети, которыми пользуетесь, там ВКонтакте, YouTube, еще какие-то одноклассники, возможно, то после удаления файлов куки вам по новой придется вводить логин и пароль. Поэтому, если вы не помните, проверьте сейчас, есть ли у вас все логины и пароли от всех этих ваших сервисов. Только после этого можно удалять куки, потому что вам заново придется все это вводить. После того, как мы убедились, что у нас есть все данные, чтобы потом войти на наши сайты, мы удаляем эти данные. Я не буду, так как у меня проблемы нет. Вы удаляете, очищаете всю историю, файлы куки. И после этого заходите на сайт и проверяете, осталась ли у вас эта ошибка, либо нет. В принципе, это основные действия, которые можно сделать для решения этой проблемы.